Что пасите? Кого пасите? Спасите, говорит. Я шучу. Да, кран спасти очень легко. Для этого нужно построить второй кран, который спасет номер первый. Давай срочно строить новый башенный кран. Срочно, не хватает строительного материала. Итак, мы строим спасательный кран. Не хватает противовеса. Все, это типа кран. Сломался. Нет, этот кран не подходит. Нужно построить более надежный. Дверь. О, это будет дверь. Это будет дверь в будущее. Давай я сделаю такое. Короче, через эту дверь будут приходить спасатели. В любое место. Блин. Ну так сказать, никуда не шанс. Короче, это будет волшебная дверь. Но только я его сначала построить. Она не строится. Может я в другую сторону? А, ладно, будет вот так. А, вот так будет. Да, окей. Короче, там, где эта дверь появляется, там появляются спасатели. Супер бригада, супер профессионал. Итак, на, ставь дверь, сейчас придет бригада. Итак, Карл Шеплер, такие спасатели, такие, прибежали. Что делать, что делать? Давайте еще не кран. Перевернули. Опа. Срочно откачать водитель. Какие-то прямо фиксики. Вы не смотрите этот мультик про фиксики? Все так, починили, проверить которые все проверить систему. Ковш в порядке. Итак,